Что такое 1 мая? 1 мая – это день весны и труда. Он празднуется в Египте, Финляндии, Германии, Франции, Беларуси, Казахстан, Канада. Он празднует в России, в Египте, во Франции. Этот праздник называется День ландышей. Почему люди празднуют этот праздник? Потому что они радовались весне и солнцу. Потому что им весело праздновать этот праздник. Они тут на даче помогать бабушке, бабушкам и их дедушкам огород сажать. Веселятся, идут в парк, и в походы. Принято помогать всем. Можно в парке. Кто-то работает, кто-то на самокате катается в парке. Что принято делать в этот праздник? Помогать бабушке, выкапывать, убирать сорняки, сажать морковь, капусту, картошку, веселиться. Кататься, помогать, кататься на самокатах в парке, веселиться, играть, отдыхать, веселиться, играть в лото, куклы в Барби. Как ты отмечаешь праздник весны? Я отмечаю этот праздник, хожу в парк. И там веселюсь, встречаюсь со своими друзьями. Поеду в поход. Поедем мы на байдарке на речку. Вот. Мы ездим к бабушке. Там немножко мы посадим что-то. Потом уже вечером собираемся всей компанией и идем жарить шашлыки. Я со всей семьей пойду в парк, чтобы там веселиться. Кататься на аттракционах.